Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. 7 апреля. Смотрите движ сегодняшний на Савеловском вокзале. Ниже видео. Подписывайтесь на канал, лайки, комментарии. Будьте добры. Спасибо всем за поддержку. Прекрасного настроения. С праздником сегодняшним церковным вас всех. Здоровья, всего хорошего. Все, всех увидел, везде отметился. Ну и еду на работу. Всего хорошего, приятного просмотра. Санёк, мне надо помочь. Вот, блядь, Потешкин тут нарисовался. Выёбался на меня, блядь. Я хуйню начал. Да, чем тебе помочь? Хуй по шкуру заволочь. Всем народ привет. Всем здорово, блядь. Кто соскучился, кто не соскучился, блядь. Вот она, банда в сборе. Вот он идет, подписчик протрезвел. Сними меня, художник. Я подписчик. Фотограф. Я подписчик. Меня зовут Игорь. Утром нахерачился Игорь наш. Да. А что ты здесь затормозил-то? Маленько выпил. А ты сам с Тюмени, да? Да. Я помню, что тебе писал. Я помню, а это, а чё? С работы чё, киданули, что ли? Да. Сейчас мне жена купит билет, и я поехал домой. А купит? Да. Ты на связи с ней? А? На связи с ней? А то проснешься утром, блядь, без чемодана, без нихера. Нет. Без телефона. Нет, я все. Иди по садам, да, поговорю с ребятами. Да. Он меня там давно не видел, блядь. Он подъехал, я короче. Потешкин, блядь, залыбался. Пиздюль не получил, блядь. Ой, блядь. За свою гнилушку, давай, блядь. Давай не будем, если будем, то давай. Я, блядь, человек простой, блядь. Мне вообще по барабану. Как резинка от ситцевых трусов по 2,20, блядь. Да нет, все нормально, блядь. Зубы пока все. Пока. Не, уже не все. Нижних нет. А, нижних нет. Нижних уже нихуя, блядь. Верхний-то, блядь, я, блядь, еще ставил, блядь, 4 года назад, блядь. Верхний. А чем тебе помочь? Что тебе помочь? С работой помочь? Нет. А что? Мне надо жильем, блядь, Саша. Жилье. Я сам живу, видел как. Все считают меня миллионером, а я обычно на полу сплю. Бля, с крымским сведим. У меня и бараны, блядь, и коровы были, и свиньи, блядь. Люблю такие вещи. Ну вот говоришь, я ролик увидит, да я позвоню ему сейчас. Такая, короче, хуйня, блядь. Сейчас он у Любки спрошу, я понял тебя. Спрошу у него, ты хоть такой чуть-чуть будешь работать. Любка, господа? Ты почему опять на улице? Я только приехала. Откуда? С Дмитрова? А что там делал? Бухала? Давай, а что трезвая? Так я сегодня целый день в отлежке лежал. На шестом не были? Я вот, наверное, ну, где-то с полчаса. Наверное. Сань, Волгоград. Да, я вас слушаю. На шестом не был? Нет, я туда. Этого длинного Олега не видел? Длинного Олега не видел? Я с полчаса. Видел, сегодня был. Да. Слышь? Сегодня да. Был. Ты что, снимаю? Сегодня мы... Да. Снимаю, как ты, вот, как ты вот на работу устраиваешься. Пит крепкая. Бармен. Мишка. Сомелье Савеловского вокзала. Бармен. Это, слушай, братское сердце, как ты говоришь. А вот я, блядь, уделил, блядь, уже, блядь, сколько. Опа. Опа. Пиво. У меня вообще хуже не осталось. Я хотел энергетику. Молодец, а я тебе все. У меня у самого 200 рублей. На пиво, блядь. На пиво нету. Что, на пиво что, жалко тебе? У меня 200 рублей, я еще зарплату не получил. Тем более, да. Это хуёво, это хуёво. А что будем делать, господа? А ты еще не сделал это? Блядь, только ночью. Не, никак не могу доделать заказ. Может, завтра, не знаю, дай бог. Это только начало. Хуёво. Куда ты руку тянешь? У вас на Валерию дал. Да, я ему, бля. Да, я космосу хотел. А я что, блядь, здесь? Я просто так все. Ну так, для мебели. Трачу, для мебели.
Лысого гоняют, да? Не, я только еду с работы. А там девушка. Тут что-то упало. Девушки обязательно. Девушки обязательно. На скамейке, на скамейке. Вон с другой стороны на скамейке. Спуска слева. А справа не бывает. Космос. Космос. Не надоело бухать, космос. Опять до вонючки, до... Черного сегодня, короче, тоже видели, пришел. Такой все, уехал, е-мое, блин. Да я утром его увидел. Да, не, мы вот здесь сидели ночью. А мне... Вот перед тобой, Саш, перед тобой где-то час прошел. Он пришел, короче, блядь, и здесь, короче, синий, короче, ему, блядь, слышь, короче, ты здесь нахуй не нужен. А синий давно уехал? Вот, час назад. Час назад, да. Да, и он, короче, ему, блядь, при там мне, короче, с женой был, слышь, да? Говорит, а здесь у нас, блядь, ну, мы сидели, короче, нормально. Он, короче, ему говорит, черный, иди нахуй, короче, типа, там, ты здесь нахуй не нужен. Черный взял, ушел, обиделся, блядь. Ну, на обиженных, ты сразу знаешь. Ну, не знаю, там обиделся он или что, короче, бля, давай. Космос, я от тебя не отстану. Ну. Что делать будем? Что делать будем? Давайте. Куда давай тебя пристроить? Поговорим. Бухать никогда не поздно. Главное, не спится. Видать, ни один приют не возьмет. А синий ему конкретно сказал, короче. Блин. Слышь, говорит, а что ты здесь делаешь? Кому? Черному. Он даже слова не сказал, Саша. Мне кажется, что-то там, блядь, не то, нахуй. Что было, блядь. Мы с синим стояли чёрный, здесь вот. Чёрный, вот здесь вот. Что-то с женой там, блядь, своей. Это что-то не то. Синий здесь был с женой что-то, своей. Узнаешь, я Саша? Понял, что он здесь был. Саша. Да. Он говорит, я думаю, поехал. У него, походу, что-то есть. Иди отсюда, иди он отсюда. Сразу, нахуй, даже слова не сказал, да, нахуй. Все, я стоял, отсюда, короче, охуел. Я думаю, какой-то грязный. Что-то за черным есть, походу. Да ладно. Ты что, в маске пьешь? И съебал. Да, через трубочку. Через фильтр? Да. Фильтрованное пиво через фильтр. Поближе подойди. Да, Иван. Два раза фильтрованный. Козел. Черный козел? А в чем он козел? Да ладно, вам что, глоток пойла не поделили? Ну, что колючий. Это я могу колючий. Нигде не видел его колючего? Нифига. На Ярославском его ищут везде. На Ярике? Саш, да. Я вчера ночевал, короче, на Казанском, его не было. Я ночевал, блядь, ну не ночевал, а так, короче, проезжал на Курске, короче, не снимает. На Плеску. На Курском я был вчера, а на Казанском, короче, я ночью ночевал, до двух ночи я ночевал. Там, короче, не было никого. Он везде написал. Не было никого. Он просто... Если, блядь, я его узнаю, то ебать не знаю. Если бы я его не знал, то нахуй, я по-любому, блядь... Космос. Космос, блядь. Что делать будем? Спать. Помирать будем? Или дальше жить? Колючий стоит такой трезвый. А? Помирать мы не знаем. Не, серьезно, космос. Ну что, ну сейчас опять два дня пройдет, опять блядь, вещи менять, все менять. Ну покормить я тебя покормлю, блядь, сигарет купим. Нажраться сам нажрешься. А смысл? Дальше что? Шаньку продадим. По арбан на 100 рублей не надо? Не, ну. А? Че ты понял? Понял. Думаю, есть варианты. Есть вот этот приют для собак. За собачками там ходить. Будешь жить там. Че, ну опять не твое, да? Неохота, блядь, собак кормить. Лентяй, сука. Не знаю, куда. Камеру убери. А? Хуя себе. Бригада ух, блять. Не снимаю. Ах, Александр Сергеевич. Матушка, здравствуй, родная. Бригада ух, блять. Да не снимаю я тебя. Александр Николаевич, разве? Ой, надушенный. Вот, и Андрюшка здесь появился, блядь. Привет.
Сегодня только подцепил его, ехал. Ну. Ты опять плохо ведешь? Конечно. Привет всем. Очень рад вас видеть. Всем. Большой респект. Кос, на тебе пачку сигарет. Как обычно. Я иду на работу, я проспал немножко. Ну. Горжусь, я не пришел в 9. Я тоже проспал. А ты что проспал? Опять шмотки какие-то ему тут дали. Кто тебе принес? Я же в этой там спал. Вода, там вода. Да, куда ездил? Где? Вон генералка. Какого-то. Ну ты что расскажешь? Какими судьбами? Носовок? Вот черт побери, вот Санька, вот реально только из-за тебя. Да ну нахуй. Да. Соскучился, блядь. Сань, гитару убрал. Гитара убрана. Нам с тобой инструмент есть. У меня тоже есть гитара. Хулиганить нам теперь есть. Ну а ты сколько? На неделю, на две? Да, подзови. Сейчас, блядь. Третий день уже. Третий уже, да? Не, ребят, я вас покину недельки через две. На даче? Да. Поэтому, может быть, это последний выход мой. Последний выход? Последний выход, это у тебя будет, когда тебе будут гвозди заколачивать. Много будет цветов, но ты их не увидишь. А громко музыка будет играть, но ты ее не услышишь. Вот и дай бог на такой машине поездить будет. Более-менее при памяти ты. Кадиллак из Голландии. Я еще их сразу почти не пил. Я тебя ждал. А что ты меня ждал? Ну, ты, мы вчера договорились, что, блядь. О чем договорились? Не помнишь? Это ты не помнишь, я вечером был вчера, если что. Да причем с вечером, утром ты сказал. Ну, я каждое утро буду приходить. И вот я, ну, я сижу как дурак, у меня мусора, блядь. Сигаретки оттуда, покушать что-нибудь взять? Мусора, блядь, гонит меня оттуда. А я прилип, блядь, там к этому, к столу. Вопрос тебе. Тебе говорить ничего не надо, ты сам все знаешь. Если есть возможность. Ага. Один на один, хорошо? На бухло, да? Ну, пусть оно будет. Я многие не прошу. Да нет, у меня бухло. Все равно, сам знаешь. Мы же не занимаем друг друга. Мы просто... Тебе будет плохо, я помогу. Тебе хорошо. Вас хуй напоишь. Вот тут грядки сегодня я ебу нахуй, Али-Бабу. Все собрались. Как бы опять на неделю не завести. Черный пиздец. От кого? Все, сейчас серьезно, если будет там. От кого получил? Да. Все. Черному ебало разбили. Кто? Знаешь, за что? Во-первых, он Саша. Бля, перед камерой говорит, не буду чем заниматься в последнее время. Догадываешься? Ну да. Он водку не пьет, ты его не пьет. Ага. Сегодня просто скинулись все психом, скинулись и по 30 рублей, взяли бутылку водки, пьем на шестерке. Сашка подходит, дай выпьем, ёп. Че это твое, чтобы ты деньги давал, ты понеслась. Если мы ебало вот здесь, там немножко. Здесь Сашка начал его бить, я остановил. Он телефон оставил, там мелочь, деньги, сигареты. И съебал, я деньги, телефон забери им надо. И чё, и куда он свалил? Пришел, подходит к Любке, меня там избили, я. Любке жалуется. Ясно, все ясно. Если будет возможность, то я вообще пустой. Сам знаешь, мы с тобой не... У меня есть только на еду космосом. Чё, ха-ха. Сань, я всё прекрасно. Не, братки, вчера мы говорили. Да я всё прекрасно. Это не мои деньги, там просто скинули ему денег. Я вот снимаю по чуть-чуть каждый раз в банке. Сигареты туда-сюда. А я опять с моей сапкой, со шутим поругался. Он взял, посмотрел годовалый. Это уже вчера рассказывал мне. Каждый день одно и то же. Вот склероз, что ли. Я сорвешься. Братан, ну ты надолго тут? Подписчик.
Ты надолго тут? Завис. Че, жена, жене звонил, нет? Пока деньги не кончатся. Пока деньги не кончатся, ребят. 7 килограмм осталось. 7 килограмм? А сколько в 7 килограммах? Ну, 1 миллион долларов и 7 килограмм. 7 килограмм. Нет, 7. Если сухие. 1 миллион евро. Да, нам сейчас дать, да? Давай возьмем немножко половину. А где конец? Ну ладно, все, живы, здоровы. Ты отключишь его или нет? Отключу, отключу. Я тебя не снимаю. Маэстро, сними меня. Заебал. Нет, ты еще ругаться. Извини, пожалуйста. Братан, я тебя не снимаю. Я, видишь, ну, ты другую. Саша. Саша, успокойся. Это мои друзья, братан. Я понимаю, да. Это вообще, это самый... Братское сердце, я подошел, поинтересовался. Все нормально. Саша, успокойся. Ну, а что, кореш еще... Я за него родину продал, блядь. Охуелся, блядь. А родина это дача, да? Родина не продается. Гараж. Что, дурак, что ли? Продается. Олег. Его родина продается. Смотрел, родина не продается. Смотрел фильм «Гараж». Ты, я, блядь... Гады продаются, блядь. А родина не продается. Я родину, я дачу продал, чтобы гараж купить. Да. А это родина моя. Это ладно, все тут. Живы, здоровы, слава богу. Ну вот, друзья. Утренние процедуры у ребят. Как бы за кадром не стал я ничего покупать. Он смотрит глазами такими, ну понятно, вопросительными. Космос дал 250 рублей ему и пачку сигарет. Вот. Больше никому ничего не предназначалось сегодня. Короче, похмеляются, портвейн там у них уже. Народу скопилось, слышали, да, черный. Выхватил тут вот этот парень здесь, казах он или кто, пытался на меня тут наехать, но быстро его осадили, на место поставили. Как бы так, пишите свои мысли по данному поводу. Да какие тут могут быть мысли? Опять собирается народ, кого-то нету, Потешкин пропал вчера с вечером, там вечерние ролики. Тоже вы видели. Вот. Подписчик этот здесь до сих пор. Не знаю, жена ему купит билет, не купит. Короче, все по-прежнему. Подписывайтесь на канал. Лайки, комментарии. Ставьте колокольчик, чтобы вам приходило дзень-дзень оповещение. Вот такой совок 7 апреля. Всем добра, с праздником, здоровья всем. Воспитательный процесс прошел. Воспитательный процесс. А что, Аслан, не появлялся, Аслан? Ты знаешь, я его вижу, Саша, когда магазин закончится. Дедок какой-то еще появился. Что за дедок? Манты, как они называются, Саша? А? Манты. Да не снимай я тебя, не снимай я тебя. Чё ты так боишься-то? Саша, у тебя кружка, да? Ай? Кружка? Не понял. Кружка? В смысле кружка? Ну твоё как, кружка? Блин, как называется канал? Маэстро. Маэстро? Ну, маэстро снимает. Только не выйдет, блин. Снимай, Александр Николаевич. Сволочь, блядь. Он мне еще предъявы делает. За 20 лет на дачу ни разу не съездил. Я каждый год приглашаю, нихуя я. То Танька, то... Ну, ты что, Андрюх, где ты сейчас? Андрюх, ты сейчас где? Я у себя на Лобинске или в центре. Арбат. Андрюх, расскажи историю. Ты рассказывал мне, сидите, бухайте. Приходите мажоры, на столб залезет. Расскажи, Андрюха. Слышу. Не. Расскажи. Расскажи, я получилось немножко людей. Ну, расскажи, как есть. Идем на Китай-город. Короче, что-то. Ну, у нас есть наличные, но не столько много, чтобы нам хотелось. Ну ладно. Решили. На вот хватает, на вискаре нет. Ну,
сожалению. На колу не хватило. Ты звонил жене или нет? Да. Чего жена говорит? Жена говорит, давай приедем. А с чего ты звонил? Телефон у тебя есть? У меня есть. Не проебал еще? Нет. Езжай домой, что тут здесь делаешь-то, не пойму. Сейчас домой поеду. Когда сейчас? Ну вот, в скором будущем. В скором будущем. Уже сколько тут? Три дня? Ой, бля, музыки. Ни к чему хорошему это не приведет. Веришь мне? Конечно. Я знаю. Маэстро. Да. Я знаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Ну, я не знаю, как у тебя еще сумка цела до сих пор. Там, конечно, нету ни хрена, но, знаешь, воронья здесь летает очень много. Телефон, главное, что в кармане. Ну, телефон, документы, да, не потеряй. Надо было вчера вечером отдать, я положил дома, потом, когда собрался бы, забрал. Если до вечера не потеряешь, я заберу у тебя сумку. У меня вот вопрос. А? Ты меня не выручишь на билет? Блять, ну я же не всемогущий, у тебя билет стоит треху. Ты что-то там так и будешь? 2800, да. Ну, 3000. Да. Откуда у меня? Ты же сказал, что жена тебе купит билет. Сейчас позвонит. Нет, 50 потом. Ты мне на метро не можешь? Да, потом. Я тебя пропущу в метро. В метро пропустит любой полицейский. Подошел, вот так и так, беда. Деньги дайте. Все люди, все с сердцем, все с душой. Подошел, попросил, любого пропустит в метро. Если ты едешь домой или на работу, или по делам там. Даже мужик, когда у меня денег нет, я проехать не начал. Милицию вызовите, пожалуйста. Сарам подходящий говорит. Ребят, денег везите, пожалуйста, пропустите. Ну, нормально всегда человек. Это все отговорки, понимаешь, отговорки. Вот вчера тут тоже был один этот... С Оренбурга, пацан. Вот я не могу до Жуковского доехать. Паспорт потерял и там восстановил в Жуковском. Не могу доехать, а как что-то доехать до Жуковского? Сел на электричку на 47-й километр и поехал. Я, Саша, ну, не могу в метро зайти. Вот как этот, ни рыба, ни мясо. Ну, пошел его в метро, пропустил, 100 рублей ему дал. Ну, съездил, видел я его вчера на Новослободке. Этот Денис такой высокий, здоровый парень. Да. Я смотрю, еще такой, не сбомжевавшийся сильно. Ну, понятно. Вот. А сегодня должны мне насчет этой работы позвонить. Два человека, там, не знаю, один-два человека. Вот кого-то надо здравых выбрать. Вот я вот думаю, его и вот этот волгоградский Саша, куда он делся? Вчера здесь лазил вечером, сегодня. Помимили? Не, на демонтаж. Принеси, подай, пошел, не мешай. Демонтаж я люблю, ломай ее, короче. Ну, ломать. Ломать, мусор выносить. Я долго поедешь, демонтаж. Я опять на дачу. Бабки на следующий день. Ну, то есть сутки они притормаживают, чтобы ты не свалил никуда. И потом каждый день оплата. 1700 в день. Когда мы с тобой коньячку выпьем, Александр Николаевич? У меня лежит дома коньячок. Ты уже не пьешь, ёпта. Какой? Три? Пятый месяц. Пятый уже? 132 дня сегодня. Сашку теряем, ребят. Сашку теряем. Мы теряем его. Не-не, нормально. Что Сашка перестал пить. Кос. Пока это, светани, а то скажут, блядь, не давал нихуя. Копюру. Финансы покажи просто нам, потому что Сашка зафиксировался. Все, угорай. Ну, хоть не вдаем, как домой. Все у них тут. Плел, млел. Так, тут что? Ну, не показывай такие кошмары. Не показывай. Ну, это чай. Да. Чай. Что-то я не замечаю, какая польза. Давай, расскажи, братан. Давай. Сколько ты будешь бомжевать на улице? Блядь. Вот. Почему не идешь на работу? Раньше, да, вот, бля, Аслан, и Аслан, это все понятно. Ты-то сам что думаешь? Тебе пока чистый,
Друзья тебе, земляки, всегда помогут. Ну. Вот тут куртку, да, вот тут куртку. Ну. Брюку, да. Это ладно, все, куртка, все. Сколько ты будешь на улице бомжевать? Зачем ты это делаешь? Нравится? Пока вот этой пумы не убежит. Или лень работать тебе? Я понимаю, лень, мне самому на работу неохота, ни хера. Раньше бомжевал тоже. Вот. Ну, плакал, помнишь, сидел, плакал, помоги мне, что-нибудь сделай. Я сам бомжевал, да, вот, год бомжевал. Ну, вот. Ты знаешь, что не до добра не доводит это. На сырке ходили, вот, как метродуйку, да, вот. Ну, там это все понятно. Спали, да. Спали, ели, пили, да. И приплыли. Да. Извините, ну, я тоже, я похмелял очень часто. Ну, вот, братан знает. Когда был, это ладно, вот, да. Любит человек свободу. Выходит. Потому что я заебался там сидеть, девочка. Да. Лучшие ребята вот здесь. Брат полицейский пошел, у него. Сигареты свернул. Заходил с мороженого. Как твой брат полицейский поживает? Нормально. Я. Нормально? Живой? Не орет, хоть не кричит. Не орет? Все. Я его построил по струнке. Сиди, блядь, в своей комнате. Все. Заебался. За брата, если будут надзоры, получать. Который Санюк там, который спит, это... Бомжик? Да, бомжик. Сегодня не видели его? Бомжика сегодня не видели? Нет. Вчера день рождения был, да? Не вчера, 2 апреля. 2, да? Да, сегодня уже 7. Саша, а тебя не просили. Я ему колонку подарил. Ну, от канала там скидываются люди. Колонку эту, музыка. Флешку закачал, уже потерял. Звонит мне вчера, все. Потерял, да. Да, Саша, да. Извини, а ты тебе первый день рождения поздравил? Да я не помню, ты, наверное. Нет? Да. Они хоть знают, когда у тебя нюх-то? Почему я должен знать об этом? Саша, извини, не пришел. Вот этот ходит-бродит, вот, блин, что за человек? Надоел он со мной ходит, вот этот человек, который... Домой не едет. Павел, два слова о вашей прекрасной жизни. Не, вот это. Что тебе бабушка сегодня скажет? Какой хороший мальчик, да? Сутки не был дома, хлеба не принес. Бабушка, наверное, дала на хлеб, да? Не? И брал. Они Левин Браун херачат. Херачил, ну, блядь, надо как-то это. Это было давно. Уже 5-й десяток, ёпта, кому и 5 уже, на 6-й, на. А что, нас еще снимают? Да. А, пока нас снимают, можно расскажу про оператора этого? Про оператора этого? Саш, можно правду рассказать? Это что, говори правду. Правду? Да. Серьезно? Да. Без обид. Давай. Ну, у каждого в жизни бывает взлеты, падения. Кто-то напьется. Я про того говорю, кто сейчас нас снимает. Это маэстро. Когда он было тяжело в жизни, жрать было нечего, жить было негде. Сашка идет у Бутырского рынка, его есть хотелось ему. Саш, можно? Правду, сказал правду. Правду матку говорю. Да, это неинтересная история. Я думал, ты что-нибудь интересное расскажешь. Как гитару, что ли, мне купили? Да, 17500 гитара. 11900, ты всегда прибавляешь. Нет. И да, ты меня поправил. Я 5000 сказал, а тебе 1500 говорил. Есть же люди. Я в принципе. Вот такой у нас совок сегодня. Так, долг я в магазин почти отдал за вас. Там 130 или 140 рублей, что ли, осталось. Мне долгов не писал. Вот, я говорю. Мне отдавать не надо. Ну, рассказывай. Подошел. Ладно, похмеляйтесь. Че? Так. Здорово, Санечек. Как у тебя? Нормально. Ты че, как? Пью. Сигареты есть у тебя? Есть. Есть? Да.
Как у тебя-то? Да я нормально. Я тебе флешку проебал, Саня. И музыку проебал, да? Да. Ну сколько тебе ее покупать? Каждый день, ну? Не знаю, сегодня в 11 часов приду кормить, Саня. Эти молодежь. Студенты. Я писал, купите мне радио на батарейках. Ну? Они сказали, через неделю мы что-нибудь придумаем. Вот сегодня в 11 часов ночи надо ждать. До 11 часов ночи. Они себе кормят. Ну а где ты здесь все и потерял? Может там под платформой, не? Я не знаю, я там что-то Музыка такая нормальная была, маленькая. Вот сильнее, сука, вот надеюсь только на них, на студентов. Сань. Ну. Если студенты. Ну, а тут тебе колонку, ты сам ее купил, да? Большая была первая, которая. Да, за косарь, это понял. Ну, сам купил, одну потерял. Мы купили, вторую потерял. Теперь третью, да? Да, сейчас я кормилец придут, цель молодец. Ну, надолго тебе? Опять на два дня? Не знаю, как получится. Как получится. Я понял, ну... Сижу, кормлю курей, пиво пью. Люблю здесь. Пиво у тебя, что это за пиво? Хамовники. Знаешь, за сколько я купил? За сколько? Две бутылки. На 20 рублей. 10 рублей бутылка? Да. Как в Советском Союзе это. Все, домой ты когда поедешь? Ой, это когда вот это... Мне скажут, что вот кто-нибудь из вас... Ну? Из вас. Когда мне скажут, что у нас снег растает. Ну, я сегодня это... Кому-нибудь напишу там. И ты, какой там, Архангельская область? Да, Архангельская область, Устьянский район. Устьянский? Да. Все, сегодня вычислим, растаял в Устьянском районе снег или нет. Ой, ты что, там у меня сугробы вот такие. В Москве все растаял. На билет, соберем. Я вот хочу домой съездить, проверить. Я там же DVD оставил, что у соседки ценные вещи. Ценные вещи я все соседки. Меня обворовывают через окно. Залазят. Я уже вот так заколотил крест-накрест. В кладинку залезаю. Она из-за чего? Они на кухню металл. Свет нет, сковородки. Да, всю хуйню, все, что есть. Вот уроды, и главное местные. Это родственник мне говорит, пиши заяву, найдем. Я говорю, нахуй я знаю кто. Я знаю, блин. Просто он молодой, глупый. Ему сейчас лет, наверное, 26. Он ходит по, у нас по поселку, по всему поселку. У нас же болотное место. Собирает металл и сдает часть за копейки. А часть за дорого сдает. Что это? Вот сейчас здесь в Москве, считай, 1,5 рубля черный металл. А у него там 50 копеек. На, тут меня подрастреляли, штук 10, там 10 сигарет. Ставь сюда. А то шесть. Делюсь как-то. Напополам пулю. Так что. Ну все, голубей покормил, да? Нет, еще ухлеб. Все есть. У меня там на работе тоже остаются кусочки. Я сегодня принесу, покрошу что там. Да. Выкидывать. Я нельзя. По мультикам, Сань. Да. Я хожу, по помойкам. Ну, мы назвали это мультики. Ну. Вот. Я их, для них хлеб собираю. Хлеба в море выкидываю. В море.
что, нельзя голубям принести, что ли? Ну, а кому это надо? Никому не надо. А я бутылочку пива возьму, сюда приду и отдыхаю. И никому не мешаю, с голубями общаюсь. Одним словом. Правильно? Ну да. Сань, а? На шестой ходил. На шестом? Не, они вон все сидят на круглых лавках. Не, Бордея. Он черный, правда, что он запил? Кто? Запил. Черный? Да. Нет, он не запил, мне тут про другое рассказали. Да? Да, и вчера он в тыкву получил. А мне кажется, он запил. Не, не запил. Нет, да? Меня на шестой. Вау! Это я знаю давно уже, Саня. Это я давно знаю. Я сам ему хочу этой бутылки по голове дать. Долбоёб, блядь. Это я знаю давно. Правильно. Тыкву получил. А где берёт-то здесь? А что, он не знает мест? У него эти, как его, телефон есть? По телефону, вот. Вот тебе внесли на машине. Придурок. Ладно. Хотя бы, да? Да, ну и то плохо, но... Да, но я-то ведь бухаю-то с нормой. Этот вот завис что-то ходит, потерялся с сумкой. Потерялся, не знает, куда ему идти. Новеньких-то хуя, сейчас новеньких-то хуя не стал, Сань. Да. Это у нее спрашивает. Ну ладно, тогда скажешь, когда это. Я посмотрю в интернете, что там за погода. Да. Как у меня в Архангельской области. Ну да. Ехать на Устилимскую 5 часов вечера, а 8 утра я уже дома. Какой? Устилимский? Устьянский. А, Устьянский. Документ у меня архиве. Сань, документ. А тебя вот хвалят за документ. Здесь хвалят. Ты всем бомжам здесь сделал. Главное, чтобы они не потеряли их. Хвалить-то это одно, а дальше что? Дальше я надо. Я тоже хвалю это все. Ты на днюху мне полтора, на меня истратил 1500 рублей. Ну не полторы, ну там тысячи. Примерно так. Ну. Правильно? Ну да. Этот подписчик только один приезжал. Не сегодня, а дня два назад. Паша вроде. Хер его знает, тут приезжают каждый день. Он один приехал, завис. Лазит здесь. Подписчик. С Тюмени. Как поедет домой, не знаю. Кстати, позвони по своему Роме адвокату. Он занят, нет? Роме? Он вчера здесь был. Я знаю. А чего он, Рома? Вам что, пообщаться как с тобой? А-а-а. Он свободен, нет? Или на работе? Ну, сейчас днем на работе. Да. Вечером придет. А я вчера тебе звонил. Так я брал трубку, я же разговаривал с тобой. Да. Пусть спишь, не спишь, у меня все это. Черный говорит. Нахуй ты ему звонишь, он спит, наверное. Дурак, что ли, он не пьет. Это ты только колешься, как ежик. Ежик. Ежик, ежик, ну.
называется. Так, ну пора мне на работу. Время уже, ёп, псель-мопсель. А. Давай, узнай только ради бога. Да и эту ближайшую информацию мне скажешь, хорошо? Хорошо. И это, мне нужен будет билет на мой паспорт. Билет купим, конечно. На мой паспорт. У меня он это лежит у сапожника. На станколете. Он до 8 часов вечера работает. Не понял. Ну, посмотрим погоду, да, билет сообразим что-нибудь. А ты ебал, Габриэра, там еще мороз. Да не, уже не так, но все равно. Ну это в Москве. Что? Оно здесь холодно, вон опять тучи какие-то страшущие идут. Да, сейчас смотри. Сапожник. Так, ну ладно.